Всем привет, меня зовут Иван. Я проходил онлайн у Владимира Шамшурина. Хотел поделиться тебе о нем, сказать пару слов. Кстати, сейчас девушка только что звонила. Интересно, я вот еду к ней на свидание. Остановился, вот по пути обещал записать этот отзыв. Все никак не мог сделать. Но действительно, сейчас у меня то настроение и вот те эмоции, которые я могу тебе выразить в этом видео, и решил сделать это сейчас, не откладывая. В общем, пару слов, почему я туда пошел. Была проблема, наверное, как и у всех многих мужчин, то, что неуверенность в себе, неуверенность в каком-то подходе к женщинам, ну, какая-то боязнь всего этого. Владимир это с легкостью убрал. Было пять занятий, в онлайн-формате, была теория и на выходных домашнее задание практика, которую как-никак, ну, приходилось проходить. Задания были такие забавные, немного даже, я подумал, бредовые, но каждое задание несло за собой глубочайший смысл, это я понял уже впоследствии прохождения этих заданий. Что я приобрел в этом тренинге? Во-первых, меня прокачали в плане общения, коммуникабельности с женщинами и не только. Как бы сейчас нет проблемы в том, что даже ты идешь по улице и ты видишь людей, и ты способен открыть любого абсолютно человека. Неважно, кто он там, бомж или бизнесмен, или олигарх, какая-то девочка, это не знаю, женщина, бабушка. Это абсолютно не важно. Ты становишься совершенно другим человеком. Добрым, общительным, целеустремленным. И люди действительно начинают тянуться к тебе сами. Ушел страх подхода. Абсолютно не важно теперь, к какой женщине подходить. Красивая она, некрасивая. Не знаю, как ты выглядишь. Как бы ты не запариваешься вообще об этом. Как она выглядит. Как бы нет этой проблемы больше. Что еще интересного произошло со мной? Я начал развиваться, начал качаться в каких-то сферах, прокачивать себя, в том числе и изучение каких-то языков, не знаю, ухода за собой. Потом... Ну и много еще чего, как бы начал читать книги, ну и все по мелочи. Это ты заметишь сам за собой, когда будешь проходить этот тренинг. Для кого этот тренинг? Мне кажется, этот тренинг для любого человека, у кого есть хер и яйца. И есть вот какие-то проблемы с женщинами. Если, чувак, ты думаешь, что это про тебя, то... Я советую тебе пройти тренинг у Владимира. Что я хотел сказать Владимиру? Владимир, действительно, ты изменил мою жизнь в лучшую сторону. Я тебе очень благодарен и надеюсь, мы с тобой еще когда-нибудь встретимся. Большое тебе спасибо. Я очень ценю то, что ты для меня сделал. Пока.